Сейчас посмотрим что-нибудь интересненькое. На площадке у ребят камизаут. Он даже кому предложил. Спортэдж 2.0. Механика. Да. 7800. ГБО. Уже на ГБО. 2008 год. 150к пробега. Все-таки народный. Потом Шурли. Фордецкий есть интересный. Но 216 тысяч пробега. А это вам не мелочь по карманам тырить. Так, кто Фабио Универсал спрашивал? Птичками немножко это самое. Она еще не прошла предпродажную подготовку. Так, что еще интересного есть? Кашкай, кстати, недавно уехал отсюда. Мы подобрали ребятам. Как ребятам? Ну, в общем, подобрали людям. Черный был двухлитровый, а здесь 1.5 дизель, 17 тысяч пробега и 11 тысяч долларов. Так, Volkswagen. Я специально не буду подходить. Кого интересует, спрашивайте. И универсал. Так, завезли Wildfire'ов очень много. И все по примерно там 16-17к. Toyota Wildfire, 19 год, 110 тысяч пробега, 2.4 бензин, передний привод автомат. Так, еще один Кашкай, прям свежий. Что там, 11500, 200 тысяч пробега, 1.6 дизель. В смысле? 1.6, 1.5, 12 год. А, это Кашкай 7-местный. Моя любимка, C4. 1.4 бензин, 9 год, 202 тысячи пробега. И недорого, там 5600, конечно же, торг. Ну, блин, кто не знает, вот посмотрите на него. Это прям 9 год, а выглядит он, ух ты, вау. Ну ладно. Дальше, УАЗик, BMW головного мозга, Peugeot. Кстати, довольно-таки интересно, если найти хороший вариант. Например, какая-то 13 год, 218 тысяч пробега, 1.6 дизель, 8300, это такой... Это такой, 5008, который кроссовер. Сейчас он выглядит по-другому, но современный, 2021 года. Ладно, для любителей немчуры. 265, 580 тысяч гривен. 9800. Тигуан, 8 год, 190 тысяч пробега, 2.0 бензин. TFSI, вау-вау. Так, ну и 3 минутки видео. Площадочка у Хмельницком. Хорошая площадка вроде бы. Люди, вот сколько я общался. Можно высматривать. Ну, блин, давайте еще на Форд посмотрим. Да, красивый. В общем, кого интересует, обращайтесь. Осмотр, диагностика, полная проверка. Автомобили в Хмельницком и по Украине, конечно же, ездим. Ездим далеко, потому что есть опыт и доверие. С перекупами не сотрудничаем. Все еще будут видосики. Все, всем покенда.